Выясняются обстоятельства авиакатастрофы в Жамбылской области. Одной из причин крушения Ан-2 мог стать туман. На место трагедии сегодня прибыли представители компании «Казахмыс», а также работники акимата Карагандинской области. Создана специальная комиссия, которая возьмет на себя организацию похорон шестерых погибших. Расследованием причин крушения самолета займется уже правительственная комиссия под руководством первого вице-министра по инвестициям и развитию Жениса Касымбек. По информации Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию, потерпевший крушение Ан-2 выпущен в 1973 году. Сертификационное обследование воздушного судна проведено летом прошлого года, и по его результатам самолет был допущен к полетам до 10 июня этого года. С начала эксплуатации воздушное судно имело более 13 тысяч летных часов. Напомню, что самолет компании Olymp Air, который осуществляет частные перевозки, следовал по маршруту Балхаш-Рудник-Шатырколь. На борту находилось 7 человек, в том числе трое членов экипажа. Единственные выжившие пассажиры воздушного судна сегодня пришла в сознание. Врачи оценивают состояние девушки как стабильно тяжелое. У нее диагностированы переломы бедра и голени. Сейчас пострадавшая получает противошоковую терапию.